Долгие годы ожидания прошли не напрасно. 12 саровских семей, которые встали в очередь на жилье с 1996 по 2000 год, получили, наконец, документы на свои собственные квартиры. В новом доме на Зернова 24 администрация приобрела для них жилье по договору с подрядчиком. С новосельем жителей в торжественной обстановке поздравил глава города. Мы городом стараемся выполнять свои обязательства. Несмотря ни на что, удалось действительно продвинуться немного в очереди по обеспечению жильем. Спасибо вам за терпение. Хочу поблагодарить подрядчика, который построил этот действительно неплохой дом. Я в нем был, посмотрел. Неплохое качество. Надеюсь, этот дом принесет счастье вашей семье. Есть где жить, есть где принимать гостей. Среди новоселов и сотрудники муниципальных бюджетных учреждений, ДЭПа, горводоканала, детских садов, городского лесничества и работники РФЦУНЕФ частных предприятий. Главным критерием была нуждаемость в улучшении жилищных условий. Благодаря программе, которая позволила администрации приобрести 12 квартир по программе стандарт класса. 9 – это трехкомнатные квартиры и 3 – однокомнатные квартиры. Трехкомнатные квартиры у нас поехали семьи с составом семьи 4 человека. И в однокомнатные квартиры поехали одинокие граждане. Все квартиры полностью благоустроены. Некоторые новоселы в этот день начали переезжать. Везде подано тепло, проведена чистовая отделка, установлены плиты и сантехника, остеклен балкон. Все есть, только заедем и будем жить, наслаждаться. Это не сказать, какие были эмоции. Переполняли эмоции, были очень рады. Понравилось. Я же живу в городе с 88 года. На очереди я стояла с 97 года. Все новоселы жили в общежитиях и малометражных квартирах. Теперь в их бывшие жилища заедут другие очередники. В планах у администрации реконструкции имеющихся общежитий и возможное приобретение жилья по стандарт-классу. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.